Здравствуй, Ялта. 28-й раз фестиваль авторской песни памяти горноспасателя Артура Григоряна собирает людей, ну, практически из многих точек СНГ. И, как вы сегодня убедитесь, не только из СНГ. Вас ожидает очень интересный концерт. Поверьте, что подобные интересные концерты проводил и сам Артур Григорян. Зимой 1987 года группа спасателей попала в лавину. Мы остались в живых, его не стало. Это было в ночь с 10 на 11 января 1987 года. Об этом парне написаны книги, о нем написаны десятки песен, стихотворений. И я думаю, что он достоин того, чтобы светлая память была такой же светлой, как наши песни. Итак, мы вас любим, зрители, и радуйтесь тем песням, которые будут дарить те, кто приехал из различных точек нашей и не только нашей страны. А я понял, что аплодисменты здесь идут. Да. Спасибо. А дальше слово просит клуб поэзии города Севастополя. Я так понимаю, что председатель тут все идут. Ох, поэтов много. Полетели. Спасибо, Игорь. Ну, дело действительно в том, что я возглавляю одно из старейших литературных объединений Крыма, это Севастопольское ЛИТО. Но сегодня на меня возложена почетная миссия литераторов Крыма, так как я являюсь главным координатором литературных организаций Крыма. Только что завершили работу рождественские литературные встречи в Крыму, на которую приехали поэты из разных уголков Крыма. И вот от имени и по поручению наших крымских авторов разрешите мне вручить вот сначала самый главный приз, это поцелуй. От Севастополя вот такие в призовой фонд календарики. Замечательные люди Севастополя, там все. От себя лично и как президента Международного поэтического фестиваля «Пристань Министрелию» в Балаклаве я хочу передать в приз зрительских симпатий свою авторскую акварель «Уголок Крыма». Я думаю, что наше строгое, но справедливое жюри в год лошади присудит этих лошадок самому талантливому, самому замечательному парду. Так, Игорь, вам надо вызывать помощников. Вот эти авторские поэтические сборники. Фонд призового призов фестиваля передали литераторы из Щелкина, Евпатории, Феодосии, Балаклавы, Севастополя, весь Крым. И как знать, может быть, наши замечательные барды, полистав эти сборники, напишут свои новые песни. Для того, чтобы каждый автор был услышан, чтобы было слышно каждое его дыхание, каждый его порыв души. Я всегда по традиции сладенький приз дарю нашему звукооператору Володе. Ну и такой вот сладкий приз отправится в наше жюри. Это не подкуп жюри, нет. Просто за чашкой чая в прикуску с этими конфетками они определятся, кто же в этом году победит на зимней Ялте. Я хотел как гран-при вот такую вещь предложить. Это бухта Омега, зимовка Бельвини в прошлом году. Гран-при, пожалуйста. Моя работа. А это фестиваль. Называется «На взлет». А на сцене Константин Свиридов. Дорогие друзья, пока зимняя Ялта есть,
Артур Григорян живет и собирает друзей. Спасибо за то, что вы есть. Меня попросил Александр Бальменко, он не смог приехать, спеть вам песню, посвященную Сергею Яцененко, 4 апреля ушедшего от нас. «Цыганский блюз». Я думаю, песня, которую Костя Свиридов посвятил Сергею Яцененко и вместе с автором Александром Бальменко.
Это песня достойному человеку, который стоял у истоков нашего фестиваля. А на сцену приглашается, вот теперь мы открываем уже фестиваль, Абдулин Олег, город Феодосия. Доброго вечера всем, рад оказаться еще раз на этой сцене. Я спою песню памяти поэта Реквием. Когда он ушел, все осталось, как прежде, мир не изменился. Струной оборванной песни напято забыли слова, и гадали в лето он не простился. Он не был, как все, он жил, как мог, одной из тысячи дорог своей убрел он. Напрямик был телом молод, а душой старик. Не надо рыдать, ни слез горьких, не лейте, не мучите душу. На бан колокольный ушах отдается смерть, сама раскрыв истерично смеется безумной кликушей. На клик этот вороны черные стаи слетелись к поживе. И ну изгаляться, мы были с ним братья, он вам подтвердил бы. Ах, если б он жив был, он не был как все, он жил как мог. Одной из тысячи дорог своей обрел он. Напрямик был телом молод, а душой старик. И рвали еще не остывшее тело, на память его по щелям растащили, забылось бы все, покрывшись веками, но слезы текли из глазниц опустевших и плавили камень. Осталось мало пустые слова и дух пересуды, что пер на рожон, а надо как все, а он не хотел раствориться в толпе, добры тому судьи. Что не был, как все, и жил, как мог. Одной из тысячи дорог своей обрел он. Напрямик был телом молод, а душой старик. Когда он ушел, все осталось, как прежде, мир не изменился. Струной оборванной песни допета забылись слова и канули в лету, а он не простился. Он жил как мог, одной из тысячи дорог своей обрел он. Напрямик был телом молод, а душой старик. Где был Виктор Самус, я. То есть нас еще и жизнь связывает. Спасибо, я тебя уже представил так, что уже можно и не выступать. Ну, во-первых, я вас поздравляю вас с тем, что в Ялте есть такой праздник, и усилиями ребят, и Гульфиуса, он продолжается, и его любят. Вот. А я просто подготовил старую песню «Весенний троллейбус», где, в общем-то, имеется в виду Сосновка, кто знает. Вот там-то был. Проводах светлячки, а я снова остался
с весенней прохладой в обнимку у пока еще редко шуршащей дорожной реки. Надо, видимо, март с безрассудством весны обвинять и с восторгом свой первый рассвет осознавший подснежник, что эронит ролипс опять провожаю, как прежде, чтоб потом запоздавший троллейбус встречать. Хитроумна судьба нашу жизнь запускает по кругу, находя для невзгод и для счастья удобный предлог. Этот марта-каприз, заменивший февральскую вьюгу, и меня завертел безоглядный весенний поток. Так зачем же лесную капель обвинять мне теперь? Эти робкие в жухлой листве мотыльки первоцветом, что опять возвращает меня в безмятежное лето и усталость снимает от горечи прошлых потерь. За потевшим огне, как на недопроявленном снимке, все размыты черты, кроме крепко прижатой руки. Задрожав, уплывают огни в предрассветную дымку, только цепко искрят на весу в проводах светлячки. Своих песен, и хотелось бы узнать, мы ее когда-нибудь увидим. А на сцену приглашается Шелепов Игорь, город Севастополь. Добрый вечер, Ярта. Рад вот всех вас видеть. Начну я свое выступление сегодня, так сказать, первое выступление с почти зимней песни. Базальтовой твердью дни с каждым днем короче, пенится шум прибоя, чаек безумный рощерк пишет стихи над морем. Соленые пени и робкий луч заката тонет в свинцовом море, и далеко до марта, а до тебя тем более.
закончил выступление Шерепов Игорь, Севастополь, а на сцену приглашается Воротынцева Ольга, город Днепропетровск. Вот сразу видно, что девушка приехала на юг. А только что было сказано, что, в общем-то, и не очень-то и зима у нас. По-моему, не очень-то и юг. Какая зима? Лето? Лютая ее доля, дольняя любовь, руки свет и соли, губы смоли кровь, лево груды гроб, лбом подслужен был, так как камень лбом, кто тебя любил? Блеск оваций в зале или губ касаний.
надежда извините. Унося нас далеко от беды. Унося нас далеко от беды. Спасибо. Антонов Владимир, город Запорожье. А на сцену приглашается Гавкалова Ирина, город Харьков. Вот смотрите, как сразу все осветилось. Булат Шалович Куджава. Вольный перевод Агнешки Осетской. Чего бы быть на ты? Карелин Геннадий, город Донецк. Добрый вечер, Ялта. Добрый вечер, ялтинцы и гости города. Я прежде всего хочу поздравить всех с Новым годом. И с тем, что этот фестиваль, который я имею счастье посетить второй раз, к сожалению, за 5 лет так получается. Хотелось бы чаще, но человек предполагает, а Бог располагает. Вот, я безумно люблю Ялту, безумно люблю зимнюю Ялту. И так получается, что у меня есть песни об этом городе зимой. Я спою 2 песенки, посвященные Ялте, ялтинцам и
как-то меня потрясла картина. Я гулял также в январе по Ялте. У нас в Донецке было минус 24, а в Ялте было плюс 12. И меня потряс вот Ялтинская бухта, полная лебедей. То есть некуда было глаз. Вот просто это было феноменально. И вот получилась вот такая вот песенка. Вот эта картина, это просто нечто. Неважно, в Ялте вот. В городе у моря зима, в городе у моря покой. Мягко лег февраль на дома, и плывут дожди надо мной. А я стою, любуюсь волной, жду начала лучшей из пьес. В парапет ударит прибой, и наступит время чудес. Вспомни, как кормили мы лебедей в бухте, спрятавшихся от стужи. Вспомни, как в зимней сказке моей ты сказал, что тебе я нужен. Летом суета беготня, карнавал, цветные огни. Летом здесь шумит ребня и считает теплые дни. А я все жду, когда дожди, до весны сбежит кутерьма. А потому что в сказке моей в городе у моря зима. Вспомни, как кормили мы лебедей в бухте, спрятавшихся от стужи. Вспомни, как в зимней сказке моей ты сказала, что тебе я нужен, что тебе я нужен. Спасибо. Немножко не распеты. И вторую песню я очень люблю. Я ее пел здесь 5 лет назад, и она так и называется «Ялта». Кружит над старой Ялтой, дремлет по скверам и дворам. Ветер, флаг испаньолы треплет. Это сигнал прощаться нам. Пройду до Орианды, знаю, он будет там. Гордый, как генерал в погонах, мудрый, видавший все плотам. И пахнет осень табаком и кофе, свежим ветром прелою листвой. Ялта, с тобой прощаться жалко. Ялту я бы увез с собой. Ветры гуляют на ветре, тучи вершин хранят покой. К Богу канатною дорогой, звездам притронуться рукой. В небо подброшу чайкам хлебья, волны штурмуют парапет. Грустно, на набережной пусто. Осень и лета больше нет, но пахнет осень табаком и кофе.
свежим ветром, прелою листвой. Ялта, с тобой прощаться жалко. Ялту я увезу с собой. Спасибо. Галерея «Динамо», город Донецк, привез в Ялту для ялтинцев двухсерийный свой фильм о Ялте, о зимней Ялте. Спасибо. А на сцену приглашается, уже пригласился, Болотов Валерий, город Мариуполь. Здравствуйте. Добрый вечер, Ялта. Я хотел бы вас спеть песню Григория Лишлина. И называется «Если откровенно». Если откровенно, по-другому не хочу. Если оптимизм поугасну, что ж печально. Если недопонял, то, наверное, чуть-чуть. А недосказал, так уж, наверное, не случайно. Если пережил сомнений горький берега. Если, наконец, сказалось, как хотелось. Если отличить сумеешь друг от врага. Кажется, все это называют зрелость. Называют зрелость. Если моя зрелость не звенящая труба, и если факты жизни откровенно грубы, и если постоянно получаю по зубам, значит все в порядке, у меня есть зубы. Если голос криплый, но помыслы чисты, и если жертвы слов моих зашли с тревог, если вижу, что в обоймах меньше холостых, значит все в порядке, ну и слава Богу, ну и слава Богу. Если это так, я не жалею ни о чем. Если это так, я не смогу иначе. Просто наша лето грустная осенью течет. Листья падают, кто ж по листьям плачет. Желтые аллеи, это только на весны. Падающий лист не провожает взглядом. А душа моя, она почти безземельная. И другой судьбы я не хочу, не надо. Мне другой судьбы не надо. Болотов Валерий, город Мариуполь, закончил выступление. А на сцену приглашается Бедренко Светлана, город Ялта. Лирический вальс к счастью. Играет гармон, вспомнил.
ушла и уйдет навсегда. Году с группой пловцов, да, нашей спортшколы. И сегодня, пробежавшись по набережной, я понял, что, конечно, как во многих городах, многое изменилось. Вот, но тем не менее, я думаю, что я найду
те места, где мы бродили 40 лет назад. Вот, а поделиться всегда хочется одними из самых любимых песен последнего как бы времени. Песня Андрея Крючкова на стихи Юрия Левитанского. Настежь ворота, не заперта дверь. Где же тебе, гостья моя? Жду тебя здесь, в этом доме пустом, в доме на клязьме. Первые листья, 10 апреля, вспомни, какое сегодня число, как меня, Боже, сюда занесло, в эту обитель. Парус разорван, и мачту снесло, кренится лодка, разбито весло. Что же случалось, не повезло лодочке нашей. Перекричит.
Спасибо большое. С праздником этого фестивального песенного и поэтического слова. Спасибо Сергею Суворову из Санкт-Петербурга. А на сцену приглашается Федорченко Лина, город Киев. Она уже была нашим лауреатом. Помните. Здравствуйте всем. Поздравляю всех с годовщиной конца света. Первый текст как раз об этом. Апокалипсис под Новый год. Белым по черному пишет снег. Снег чистый-чистый и теплый, как детская варежка. Налей по второй, ведь сегодня кончается век, и, знаешь ли, сегодня закроют наш мир, как страницу небрежной рукой, и наших богов схоронят без креста и без ладана. А помнишь, мой друг, так налей же еще по одной, гляди, разгулялась метель, с ней ни ладу, ни складу нет. Все ждали разверстого неба и трубного глаза, и катастроф. Никто не заметил, как ангелы пели нам колыбельную. От нашей культуры останется пара таинственных строф, а все остальное, мой друг, заметется метелью. Хрупкое время без времени, передышка от первой трубы до двенадцатых колоколов. Изморозью на стекле оседает мир наш усталый. Друг мой, послушай, о, да ты уж, похоже, готов. А может, проспимся и все обойдется? Пожалуй. А вот совсем-совсем новые. По земле ходит дождь в полосатых пижонских штанах, и ручьи в водостоках поют на французский манер, грассируя. А моя любовь приходит ко мне только в снах. И это, поверьте мне, братцы, невыносимо. До любви дошептаться пытаюсь я, дозвониться на небесная сеть дырява и связь плоха. И ловлю лишь осколки фраз, как колотый лед, лишь обломки слов со вкусом металла. А в кипящем дожде горят, город варится, как уха. У моей любви запах яблок паданок и вокзала. Его поезд задерживается, задерживается, он никогда не придет. Это боль и гроза распарывают мир на нити, которыми жизнь, как лоскутное одеяло, любовь сшивала. И однажды, оставив тело земле и траве, я прокачусь на небесном трамвае со звоном веселым. Ну да, это случится с каждым, тут не отвертеться. Вернусь из жизни, как будто домой, из школы. Я часово старалась извлечь уроки, учиться на пять. И меня встретит рыжая смерть, как ласковая мать. Ни за что, просто так, погладит по голове и за двойки не заругает. Спасибо. Спасибо. Хорошо, посмешу, значит, я вас завтра. Да. Федорченко Лина, город Киев. А на сцену приглашается Юршевич Александр, город Днепродзержинск. Добрый вечер. Я хочу вам показать зарисовку о Крыме, которую я полюбил в последние годы. Просто с очень большой силой. Хватит работать, едем на море отдыхать. Ты же не лошадь, чтобы всю жизнь пахать. Город проснется, глянет на мир сквозь смог и дым. Мы улыбнемся, нас ожидает Крым. Мы улыбнемся, нас ожидает Крым. Крым — это море, горы, пещеры и мангуб. Жизнь на простой, из консервов суп. Звезды как блюдца, песни с друзьями до утра. И от восторга дружно кричим «Ура!». Мы от восторга дружно кричим «Ура!». Море, рапаны, рокот прибоя и вино. Больше
счастья я не видал давно. Здесь его столько, что прямо рвется через край. Я убедился, есть на планете рай. Я убедился, есть на планете рай. Но есть пределы. Время пришло трубить отбой, как звери в клетку, и едем опять домой. Кружки наполним, пьем за покой и жик-стрим, и словно в Мекку снова вернемся в Крым. И словно в Мекку снова вернемся в Крым. Спасибо. Дёрсович Александр. Город не продержится. А на сцену приглашается Валерий Линарский, песни которого я распевал, еще будучи студентом. Он самый взрослый участник нашего фестиваля. Столько людей не живут. Никого ничем не поздравляю, потому как здесь цейтнот. А у меня 500 песен выбрать одну. И что слышу? Ай-яй-яй. Давно сложилось это у осени привычка, когда дожди и ветры ей надопучат вдруг. Берет она билеты и в синей электричке везет нас бабье лето, как северная. А за городом лето висит на паутинке, и эту я картинку хочу нарисовать. Висит оно, качаясь, лучась и не кончаясь, но жаль, что паутинку так просто оборвать. Пусть нет чудес на свете, но вдруг холодный ветер с картины на мольберте багряный лист сорвал, посыпал мелкий дождик, расстроился художник, ведь снова бабье лето он не дорисовал. И в связи с тем, что у меня песни короче, чем у бардов, 2 минуты, и говорю, разрешайте, выбираю самый интеллектуальный ряд. По-моему, это 5-й ряд. А, мужчина, назовите какое угодно слово, предмет или понятие, любое слово. Да. Давайте. Я не жду. Фонарь? Поле. Поле. Выйду утром в поле, и нарву я мяты. От сердечной боли вылечи меня ты. Мятный ветер дует, запах упоенья. Может быть, найду я в ней успокоение. Пошло. А, пошло, во следующий слово. Понимаете, собственно, имена не причем. Предмет или понятие, любое слово. Борода. Карандаш. Карандаш. Зудит и чешется душа, чесать с подручным мне грифелем карандаша. На крайний случай ручкой, что днесь мне, Господи, подашь. Обед мне милый ужин, одно прошу, чтоб карандаш мне оставался нужен. Еще парочку слов, можно? Пожалуйста. Это прилагательное наречие. Индифферентный. Но безразличный ко всему. Что счастье? Счастья не бывает. О нем счастливцы забывают. Несчастных обошло, но а прочее все равно. Ну да лампочки, индифферентно. Сметана. Гитара. Полюбил я гитару, эту чудную кроху, и в укромном углу где-нибудь. Неуклюжими пальцами бережно трогал ее странную струнную грудь. А я подарю свои книжки и диски Коле. Никто из вас, правда, не подходит почему-то. Я жду вас. Валерий Линарский каждый год нам устраивает подобные концерты. А на сцену приглашается, кстати, он гибель, да? А на сцену приглашается Малых Марина, город Ялта.
Марина неоднократно была лауреатом нашего фестиваля. Тогда она была совсем юной. Добрый вечер всем, с праздниками. Песня зимняя и снежная, хотя везде говорят, что снег отключили, но песня про снег. Неподвижностью сковала все под беленым сукном, смотрит правильным овалом мир в чердачное окно. Молчаливо стынут ели в мягких шубах до земли, и давно остыли тени у безлиственных зимы. Весь в надеждах, как в мехах, снег спускается на крыши, подбоченившись, лиха стала баба гладью выше белый день. Вверху и снизу, слева, справа, впереди, только изморозью сизой на краю окна сиди. Где у теплой батареи не спеша, как снег, живут две красивых орхидеи и разнеженный грейпфрут. Марина теперь кандидат биологических наук, правильно? То есть экология попасть. Вот так. Молодец. Она росла вместе с нашим фестивалем. А вот вы не поверите, вот какой инструмент не может присутствовать на концерте авторской песни? Вот сейчас будет авторская песня под клавишный аккордеон. Итак, на сцену приглашается Наталья и Николай Ковалевы, город Луганск. Я прошу прощения, понял. Сегодня Николай с Баян. Один Николай, да. Понятно. Сегодня веская причина, у моей жены день рождения именно сегодня. Поэтому я ее хочу поздравить своей песней, которая называется «Розы в день рождения». Чтобы жил 100 лет, как прекрасны эти розы, слов не подобрать, и не хочется мне в прозе буду написать. А прекрасны эти розы, а прекрасны эти розы, мне уж не забыть, мне не забыть. И пока достанет ножик, и пока достанет ножик, буду ждать и жить, буду ждать и жить. Ах, как быстро мчатся годы, скоро будет 100. Больше мне такие розы не дарил никто.
я не буду огорчаться, розы мне не видать, а к столетиям дождаться, новый век начать. А прекрасные эти розы, а прекрасные эти розы, мне уж не забыть, мне не забыть. И пока достанет и пока достанет дождь, буду ждать и жить, буду ждать и жить. И пока достанет дождь, и пока достанет дождь, буду ждать и жить, буду ждать и жить, буду ждать и жить, буду ждать и жить. Ковалев Николай. И, Николай, еще раз, можно секундочку, чтобы они посмотрели? И это клавишный аккордеон. Нет, это кнопочный аккордеон. А, кнопочный аккордеон. Все, все, кнопочный аккордеон. Это мы, чтобы запомнили. Спасибо вам. Кнопочный аккордеон. Дело в том, что слово «баян» только у нас понятно. В Европе вы скажете «баян», они спросят, а что это такое? У них нет такого понятия «баян». Вот это, как мы понимаем баян, для них это кнопочный аккордеон. А то, что мы говорим аккордеон, это у них тоже аккордеон, но клавишный, понимаете? Там клавиши, а тут кнопки. И все, вся разница. Мы с Николаем еще встретимся. А на сцену приглашается Ермолова Ирина, город Саки. Она в последний момент вскочила на подножку нашего поезда. Сдался выстрел. Все остались живы. Здравствуйте! С Новым годом всем! Здоровья, счастья, Божьей благодати! С Рождеством, с наступающим! Я вот только не знаю, мне можно сколько спеть? Одну? К сожалению. Тогда веселенькую. Иосиф Бродский, «Мотылек». Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Снег сено запорошил, сквозь щели под потолком я сено разворошил и встретился с мотыльком. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег, забравшись на сеновал, выше зазимовал. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег, забравшись на сеновал, выше зазимовал. Выбрался и глядит, как летучая мышь чадит, как ярко освещена бревенчатая стена. Приблизив его к лицу, я вижу его пыльцу отчетливее, чем огонь, чем собственную ладонь. Приблизив его к лицу, я вижу его пыльцу отчетливее, чем огонь, чем собственную ладонь. Среди вечерней мглы мы тут совсем одни, и пальцы мои теплы, как июньские дни, как июньские дни, как июньские дни. Снег сено запорошил, сквозь щели под потолком я сено разворошил и встретился с мотыльком. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег, забравшись на сеновал, выжил, зазимовал. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег, забравшись на сеновал, выжил, зазимовал.
Ермолова и Гина Таки. А на сцену приглашается Бешуля Алексей, город Донецк. Много лет назад, лет 20 назад, худенький мальчик вышел на эту сцену. Ну, чуть поправился. Ну, чуть-чуть. За 20 лет можно. А сколько было, 20 лет или меньше? 19 лет исполнилось. А, ну вот я почти... На этом фестивале ровно 20 лет назад я последний раз был на этой сцене. Все. Это был мой первый фестиваль, где я стал лауреатом 20 лет назад. Вот видишь, какая путевка хорошая в жизни. Ну, да. Послезавтра буду праздновать 39. 20 лет спустя. Я хочу вспомнить те времена, действительно, тот фестиваль, когда это один из первых моих фестивалей, где я выступал на сцене. В те времена были здесь люди, о которых здесь, наверное, помнят очень многие присутствующие в зале. Это, давайте вспомним, там и тут же Сережа Яцуненко, и Каплан Сережа, и Костя Великанда, и... Не будем перечислять. Вот. Ну, данную песню я написал очень много лет назад. Это памяти Константина Великана. Ну, Каплан там присутствует по-своему. Эпиграфом к песне является как бы песня Кости Великанда. Потом я ее буду переводить, поскольку похоже, что я ее единственный, кто смог выучить. Килбарок, пущу деду псуропом мынве, ты буду батарем, я страшным, но мырбат, и я улыбу к неизведанным странам, там ждет, не дождется меня, дорогое, любимое, Йен стрессо. Сегодня ты вьешься, как сурап, сурапо. Сегодня и завтра, и третье. Йен стрессо, сурапо. Ретево, Ером, Йошоп, Атырок. Всегда в пути с потертым списком брожу по старой стороне, а в списке том печатным шрифтом все, что прижилось в рюкзаке, висят в шкафу мои рубашки, но жаль, распутали мой план. Пытался дни засунуть в ящик, раскрыл секрет Сергей Каплан, мой милый сын. Мой Буратинка, тебе, бедняжка, невдомек, ведь создан ты из древесинки, а папа вовсе не пенек. Висят в шкафу мои рубашки, но жаль, распутали мой план. Секрет Сергей Каплан. Теперь перевожу то, что Костя написал. Ян Догис сегодня, если наоборот читать. И упук я, и ошла потырок. Куплю я большое корыто. Килбарок, кораблик. Пущу я дубсура по мынве. Пущу я под парусом дивным. И буду мотарем, пиратом, я страшным, но мырбан добрым. И я уплыву к неизведанным странам, там ждет, не дождется, мое дорогое, любимое, Йен стресс, сердце, Йен стрессо, о сердце. Сегодня ты рвешься, как сурап, как парус, сурапо, о парус. Сегодня и завтра, и третьев, ты ветер, Йен стрессо, о сердце.
сердце, о сердце, сурапу, сурапу, парусу, парус, ретево, ретево, ветеру, ветер, ерому, ерому, море, море, ером, еом, его шум отырок, море мое, большое корыто. Спасибо. Спасибо большое. Ну и поскольку очень тяжелый такой момент, сами понимаете, когда очень хочется поехать на фестиваль, а фестиваль совпадает с твоим днем рождения. И у меня буквально на следующий год, наверное, в 95-м, может, в 96-м году родилась такая песня, которую мечтал исполнить с этой сцены на этом фестивале. Закончил свое выступление Бишуля Алексей, город Донецк. А на сцену приглашается Алексюк Валерий, город Днепропетровск. Он вместе с Николаем вышел. С Колей будем, как обычно.
последние. И они, наверное, будут лопать. Да, будем лопать, это сейчас. Сорвавшись листвой, тихо листовой,
закружится и уже не повернусь назад. Гонюсь в сны, как в соболя, вечная женщина. Поплывет из серой тишины пеной на пожарище травы, запахнет отражение рек снега. Больше не спеши, и за этот миг совсем недолгий жизнь прожить. Шаг шагом, дверной проем, и перестань дышать, и не думать ни о чем, смотреть сквозь снег и ждать. Тихо листопад закружится и уже не повернусь назад. Канет осень снег, как в соболя, вечная женщина. Поплывет из серой тишины пеной на пожарище травы, запорушит отражение рек снег. Итак, Валерий Днепропетровск. А на самом деле...